Светлана Разина. Светлана Разина, экс-участница группы «Мираж», с нетерпением ждала рождения единственной дочери Алисы. Девушка живет отдельно от матери и не очень любит публичность. Ей 23 года, у нее есть молодой человек и скоро, возможно, состоится свадьба. Алена Апина. Наследница Алены Апиной появилась на свет от суррогатной матери. Ксения живет совершенно незвездной жизнью, хотя изредка все же появляется на светских мероприятиях компании родительницы. Дочь Апиной учится на врача, шоу-бизнес ей не близок. Летиция Каста. Дочь Сатин Спермодель родила в 2001 году от кинорежиссера Стефана Седнуи. О детях звезда подиума предпочитает не рассказывать, чтобы никого не смущать. Но ПР Сатин все и так знают, ведь девушка начала свой собственный путь в модельном бизнесе. Ирина Аллегрова. У Ирины Аллегровой есть единственная дочь Лала. Она получила в наследство от матери сильный голос, но от сольных выступлений отказалась. Известно, что Лала все еще живет с матерью, поводом для возвращения в родной дом послужил развод с мужем. Кейт Мосс. Лила Мосс, единственная дочь Кейт Мосс, родилась в 2002 году. Несмотря на трудности на пути модели, она старалась вкладываться в воспитание наследницы. Сейчас Лила тоже модель, причем весьма успешная. Громкая фамилия в этом сыграла не последнюю роль. Марина Газманова. Марианна, 20-летняя дочь Марины и Олега Газмановых. Девушка уже вошла в модельный бизнес, как всегда и мечтала. Помимо этого Марианна занималась художественной гимнастикой, театральным искусством и танцами. В общем, выросла очень разносторонней личностью. Лолита Милявская. Лолита и Александр Цикало были не только коллегами по кабаре-дуэту «Академия». Они состояли в отношениях. Более того, у певицы и шоумена родилась дочь Ева. Ее воспитывала бабушка, пока мама строила карьеру. Сейчас девушка учится в университете в Польше. Наталья Власова. Исполнительница хита «Я у твоих ног» родила дочь Пелагею в 2006 году. Однако полностью посвятить себя материнству Наталья Власова не смогла, пришлось возвращаться к работе. В этом году девушке исполнилось 18 лет. Сейчас она живет с отцом в Дубае. Решение съехать от матери Пелагея приняла в 15 лет. Мария Шукшина. Анна Трегубенко, старшая дочь заслуженной артистки Марии Шукшиной. В прошлом она была копией мамы, такая же стройная, миниатюрная и миловидная. Но потом Анна занялась бодибилдингом. Теперь ее с трудом узнают. Там, где раньше была точеная фигурка, выросли суровые мощные мышцы.